А. Указательный палец короче, чем безымянный. Эти люди довольно симпатичны, с ними приятно общаться, они обладают харизмой. Решительность, склонность к риску и быстрое решение проблем также присущи им. При всем этом такие люди очень хорошо понимают своего собеседника, умея сострадать и сопереживать ему. Нередко они становятся инженерами или учеными, а также мастерами по решению кроссвордов. Б. Указательный палец длиннее безымянного. Уверенность в себе и самодостаточность – вот что отличает таких людей. Любят оставаться наедине с самим собой и не любят, когда их беспокоят по пустякам. Право первого шага они предпочитают отдавать своим партнерам. Ценит внимание и любит похвалу. С. Указательные и безымянные пальцы одинаковой длины. Им свойственно миролюбие, добрая душа и неприязнь конфликтных ситуаций. По жизни организованны, находят общий язык с другими людьми. В отношениях верны, преданы своему делу. Иногда способны вспыхивать, но для этого нужен серьезный повод.